пустынно сегодня на набережной. Дождь моросит. Маргейн ходит. Канатка тоже работает. Вчера проезжал, видел. Ну, QR-коды отменили, вот и работает. Один рыбачок только стоит. Один. Не, пару. Это пару здесь рыбаков. Вот здесь они все стоят. Здесь помельче. На форель. Форель любит более мелкие места. Вот она вот сюда выходит. Они здесь собрались. Плюс 10 на градуснике. Без 10-4 время. Собаки внизу лежат, загорают. Барбос, черныш, рыжик. Вон они сидят, трешечки. Марта, человек-амфибия. 8 марта. Театр работает. Концертный зал. Вроде нет. Нет объявлений на артист. Трава такая зеленая, я вообще в шоке. Белый лев. Домик красавчик вообще. Сосна красовала. Сегодня суббота вроде, да?
должно людей поболее быть. Наверное, холодно. Россия войны не начинает, она их заканчивает. ВВП. Кормит ребенка грудью на улице, я в шоке. Она сказала, на кладбище в Белграде похоронен, и на Краснову посмотрела. Вчера за Вранглера передачу смотрел в ноутбуке. Очень интересно, за Врангель. Не Вранглер, как я тут раз сказал, Врангель. В Ялте он жил, где Массандровский пляж, там какой-то где-то зданица есть. И там на Кирову часовня есть, которая называется эта часовня Врангеля. Врангеля. Не часовня, что я гоню? Это башня с часами, башня Врангеля. Врангеля. Часовня, надо же. Ну там часы, поэтому как бы так выразился. Башня Врангеля. Музыка, 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 музыка. Чайки купаются в море, умываются. Что-то они почуяли. Может, тепло придет? Да нет, до 10 марта там вообще беда, короче, с погодой. Что-то они там надыбали в речке. Ну-ка посмотрю. Что-то зашевелились чайки. Мелкие чаечки. Азовские, походу. Вон дружок там с какой-то собакой кушает, дружку. Вот здесь, видите, покушать ему дали. Дружок. Это дружок? Да, дружок. Дружок, точно дружок. Здорово, собачка. Чё это? С ошейником ты? Кот. Слияние реки с морем. Водопадная река.